Городское и сельское население – крупнейшие города мира. Как живут люди в городе сельской местности? Находки археологов показывают, что первые города возникли в 3-м тысячелетии до нашей эры. Древнейшие города – Ур, Лагаш, Вавилон в Месопотамии – в эпоху, когда от сельского хозяйства отделились ремесло и торговля. Первые горожане мало чем отличались от жителей сельской местности, однако со временем жизнь в городе и селе стала сильно различаться. Горожане работают на заводах и фабриках, в банках, конторах, магазинах, на транспорте и так далее. Большинство жителей сельской местности занимаются земледелием или разводят сельскохозяйственных животных. Различается образ жизни горожан и селян. Как правило, люди, живущие в городах, имеют больше возможностей для работы, учебы, посещения театров и музеев, количество профессий, которые может иметь горожанин, больше, чем количество профессий, которые востребованы в сельской местности в сотни раз. В жизни горожан больше комфорта, они пользуются горячей водой, канализацией, городским транспортом. Однако городской образ жизни связан с постоянной спешкой, напряжением. Большой город – это загрязненный воздух, вода, почвы, высокий уровень шума. По мнению горожан, сельская жизнь более однообразна и тороплива. Сельский житель испытывает меньше стрессов и живет в менее загрязненной природной среде. Во многих странах разница между городским и сельским образом жизни не так велика. Например, немало жителей европейских стран проживает в маленьких городках, в собственных домах, а в африканских странах многие люди, переехавшие в города, из-за недостатка средств продолжают жить в хижинах. Что такое урбанизация? Количество людей, предпочитающих жить в городах, все время увеличивается, и недаром. Ведь, по словам известного российского географа Георгия Михайловича Лапа, город – двигатель прогресса. В начале XX века горожане составляли около 13% населения Земли, а спустя столетия почти половину населения планеты. Ускоренный рост городского населения, числа больших городов, распространение городского образа жизни ученые называют урбанизацией, от латинского urbanus – городской. Урбанизация началась в странах Европы и Северной Америки в XIX веке. В XX веке она охватила Южную Америку, Азию, Африку. За последние 100 лет количество городов-миллионеров с населением более 1 миллиона человек выросло почти в 30 раз. Сейчас быстрее всего города растут там, где урбанизация началась недавно, и в городах проживает все еще не так много людей – Китай, Индия, большинство стран Африки. В бедных странах причина миграции в города – нехватка земли, продовольствия, вооруженные конфликты, а также надежда найти работу. Быстрее всего растут крупные города. Вокруг них возникают более мелкие города-спутники. Тесное скопление городов – это городская агломерация. Есть ли в облике разных городов общие черты? У городов нашей планеты разный облик, но есть у них и общие черты. Дома в городах, как правило, многоэтажные. Во многих старых городах сохранился исторический центр, место, с которого начинался город. Это может быть крепость, башня или даже целый квартал старых домов, выстроенных в национальном стиле. Исторический центр особенно привлекателен для туристов, поэтому часто его специально сохраняют. В крупных городах, особенно столичных, население которых составляют люди, приехавшие из разных стран, есть национальные кварталы. Например, китайские, индийские, арабские, украинские. Какие проблемы испытывают жители городов? Несмотря на то, что в городах проживает около половины населения планеты, они занимают очень маленькую площадь суши. Поэтому в них особенно остро стоит проблема загрязнения природы.
Горожане испытывают трудности с транспортом, качественной питьевой водой. Во многих городах бедных стран люди живут в самодельных домах, построенных из подручного материала, в которых отсутствуют самые простые бытовые удобства. Выводы. Количество людей, проживающих в городах, с каждым годом увеличивается. Рост городского населения ведет ко множеству проблем. Переезжая в города, люди часто теряют связь со своей малой родиной. Поэтому так важно поддерживать небольшие города, жители которых еще сохраняют традиции. Ключевые слова и выражения. Урбанизация, городская агломерация, исторический центр города, национальный квартал.